обзор графического планшета с AliExpress. От меня сразу отпишутся, хотя на меня еще никто не подписан. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я только что пришла с почты, и я хочу поскорее это открыть. Коробка, это коробка, и она тяжелая, значит, меня не обманули. Если кратко, я заказала планшет, графический планшет на AliExpress, и это самая долгожданная моя посылка с AliExpress. Я каждый день его отслеживала. Недавно он был в Нидерландах, я обновила страницу, и хоп, сегодня мне пришло сообщение, что он пришел ко мне домой. Так что сейчас я даже не сняла шляпу, я только что была на улице, и мне очень хочется его открыть очень сильно. Made in China. Вау! Вот это он! У меня нет слов. И я не сфокусирована, но я рада жизни этой. Класс. Представляете, если он не будет работать. Открывается коробочка. Это так сложно открыть. О. Так. Я не могу открыть. Открылась. А, тут ничего не видно. Так, тут у нас какие-то надписи. А, здесь драйвера, а здесь что-то написано красивым почерком, напечатано. Я его достаю! Смотрите! Вау! Класс! Пахнет, конечно, Китаем. Таким пластиком. Меня все устраивает. Он на вид, он такой, как я и хотела. Прям описание с интернета точь в точь. Здесь, видимо, паспорт. И вот такие вот наборчики. Я бы знала, что это, я бы сказала, опытные люди, напишите мне, потому что я впервые в руках держу графический планшет, но я так понимаю, это стержень, а вот это колесико, я не знаю, что это. Ну, наверное, я пойму, но сейчас я не понимаю. Также здесь лежит стилус. Класс. Я не знаю, у меня просто такие эмоции. Я сейчас на эмоциях, и все, что я хочу сказать, это вау, класс, смотрите, смотрите. Вот это да, это же стилус, это же планшет. Флешечка, для чего она? Опять же, я ничего не знаю, я не могу, это, наверное, отвратительный обзор. И здесь есть чехольчик для стилуса, это очень классно. Не знаю, для чего, по сути, его можно и просто так куда-нибудь положить, но чехольчики я люблю, и он сделан, как по мне, качественно. Я уже видела обзоры на этот планшет, более, наверное, лучшие, чем мой, но класс, посмотрите, эта ткань, она такая приятная. Это пахнет все чем-то новым, это бомбически, нереально просто. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Ссылку я вам оставлю под видео на этот планшет. Когда я его покупала, он стоил 800 где-то гривен и бесплатная доставка. Шел он почти месяц, где-то 25 дней. Почему именно этот планшет? Я видела видео, где скупляли много планшетов с AliExpress и делали обзор. Именно этот, он был лучший из бюджетных вариантов. Я никогда не рисовала на графическом планшете, и я его покупаю для того, чтобы попробовать. Я не хочу покупать какие-то дорогие, больше, чем 1000 гривен даже. Поэтому решила попробовать. По-любому, когда-нибудь я буду на нем рисовать, нужно учиться, нужно развиваться в разных стилях. А то я рисую только вот так. Нужно это менять. Я даже уже сделала эскиз. Я попробую нарисовать вот эту вот картинку. Санчоусы.
Сейчас попробую его подключить к компьютеру. Если что, я уже переоделась, и я хочу сказать, что мне, видимо, придется снимать новое видео, но я сделаю это с радостью, и показать вам, как именно можно рисовать на графическом планшете, но мне нужно пока что самой разобраться. Это очень сложно, но я понимаю, что он работает. У меня Windows 10, и он работает без драйверов, потому что, видимо, они уже скачаны здесь, я не разбираюсь. Это очень удобно, я просто его купила, подключила по проводу. Супер! Я действительно советую. Я ничего еще тут не сделала, но я почему-то советую этот планшет. От него веет такой классной энергетикой. Серьезно, он настраивает на позитив. Я на него смотрю, это бомбически. Кстати, здесь есть, с другой стороны, такие штучки-дрючки, которые помогают ему не скользить. И на самом деле это тоже должно быть очень круто. Но мне не с чем сравнивать. Здесь лежал переходник для телефона. Я забыла, что с помощью именно этого планшета можно рисовать в телефоне. Но здесь переходник Type-C, поэтому он мне не подходит. Но в комментариях и в обзорах люди говорят о том, что действительно классно рисуют в телефоне, просто нужно приспособиться. В телефоне я рисую с программой Ibis Paint X, если что. Она мне очень нравится. Я могу показать некоторые свои рисунками, но они выполнены пальцами. Но я думаю, что можно будет на AliExpress, опять на AliExpress, где же еще купить такой же переходничок, просто для... Как это называется? Не Type-C, обычный для Android'а или для iPhone'а, у кого есть iPhone'ы, и рисовать. Кто знает, пожалуйста, напишите мне, что это за колечко, потому что я вообще без понятия. Всем благодарна за то, что вы посмотрели мое видео. Спасибо. Мне очень приятно, правда, что я вас чем-то заинтересовала. Раз вы здесь сейчас на этой минуте, значит, вам было интересно. Спасибо. Еще раз слишком много я вас благодарю.